Всем привет! Наступает этот долгожданный день. Нам сегодня будут устанавливать кухню. Хочу запечатлеть, как это было. Последние минуты нашего приготовления. Бардак. Бардак на бардаке. Уже как надоело переносить все куда-то. Переносили опять в комнату. Отключает Вова мойку. Какие ужасные у нас такая мебель. Сколько поколений здесь пережило с этой мойкой. До нас людей, потом мы. Но, между прочим, вот эта мойка отличная. Нержавейка, наверное, еще советских времен. Мне очень нравится. И если бы я не делала кухню, вот просто меняла как бы сам ящик вот этот, я бы оставляла эту мойку. Кран, который мы покупали, прослужил 5 лет. Между прочим, никаких нареканий. Если я так вспомню, сколько мы на Украине жили, себе, маме, мы краны эти меняли, я не знаю, раз в год, раз в 2 года. Потому что за какую бы цену ни купил, китайский, он еще какой-то, что-то бы там не было написано, все равно он, короче, какие-то там прокладки, все равно они протекали. Так что отслужила нам мебель, скажем так. Печка, еще, конечно, я ее не помыла, некогда мыть. Ну, как не помыла? Ну, я имею в виду перед продажей, будем выставлять на продажу. Все. Пока все. Еще только 8:30 утра, я уже устала, не могу. Процесс пошел. Деньги. Надо что-то отдать, поторопить. Ну да, всю технику мы подготовили, носят мебель. Почему она голубого цвета, непонятно. А, она, наверное, снимется пленка, это защитная пленка. Смотрим, с Вовой привезли вот эту тумбу. Ну, говорим, это будет ящичек выдвижной, это будет духовка, это микроволновка, а это будут пустые банки здесь стоять. Машина заносят уже в собранном виде. О боже мой. Вот, собранные конструкции. Видали, какого цвета у меня? Все в голубом цвете. Ой, дурная. Ты обещал только что не говорить, что я не умная. Я за кошку говорю, мяукает. Не надо ни на кошку, на вообще не надо ни на кого говорить, что дурные. Идет процесс типа рабочий. Я думаю, лучше бы я осталась на работе. Лучше бы я сегодня пошла на работу. Сил уже нет вот это все смотреть на это. Ну, не смотреть, а ждать и догонять. Я на видео пойду монтировать, чтобы зря время не терять. Возле моего дома вот такая горка. Вот. Так, и ушла из дома. Иду, в общем, снимать деньги, чтобы расплатиться. Последний платеж за кухню. Уже почти 5 вечера. Ну, дело движется, конечно. Конечно, все это уже вырисовывается. Ну, еще, конечно, долго ждать. Иду снять деньги. Ему уже говорю, куплю карниз. А он... В общем, я сам куплю завтра. В общем, он всегда откладывает. Вот то, что мне надо, он всегда откладывает. Если какой-то там он кабель сегодня ездил, покупал. Ну, в общем, неважно. Я говорю, ладно, я куплю. Надо купить. Вот он прикрутит, и все, уже будет этот карниз. Я уставшая. Сделали натяжной потолок. И этот кусочек там белых обоев. Уже свет стал ярким, уже как бы и смотрится. В общем, все уже надоело. Суета это надоело. Так, а вот горку сняла. У нас в городе события нашего города. Где-то по ОРТ или где показали, как у нас
снег, а у нас разметку на дорогах делали. А потом появились новости о том, что депутаты приняли решение, что горки нельзя делать выше 40 сантиметров. Если выше, то это называется аттракцион. В общем, сертификат и лицензия должна быть. И люди ржут. Ах, что же делать с этими вот отвалами снега, которые они отгребают? Ездят трактора кругом, нагребли кучу снега, это уже будет... Короче, наш город — цирк аттракционов. Короче, к чему я это все веду? Уже настолько перестраховывается, или не знаю, как, настолько мы уже инструкциями этими всеми обросли, уже даже горки. Вот дорогу прочистили, например. Люди же так говорят. Дорогу прочистили, нагребли завалов выше колена. И получается, это сертификат на это не нужен. Сейчас покажу, как вот сейчас буду перебираться. Это дорога. Ну, как бы вот. Сейчас покажу между возле садика. Вот тише там хотел. Вот представляете, как я должна переползти через этот аттракцион. Никто даже... О, Господи, в том году был чистил, было как-то все получше работали, мне кажется. Опа. Высота аттракциона. Так, город наш готовится к Новому году. Вот какие горки. А тут была раньше такая деревянная горка, на нее было удобно забираться. Все ее загородили тут. Дети делают тоже творцы. Ой, люди, зачем я зашла в этот магазин? Здесь такая красотища. По доступным ценам 6000. Это вообще обалдеть. 6500. Вообще 6500. Коротенькая. 5. Ничего не увидела. Семьсот. Какая прелесть.